Чтобы установить jailbreak на iPhone, сначала нужно установить iCloud Setup, Затем нужно установить Alt-сервер. Затем Alt-сервер. Чтобы установить jailbreak на iPhone, подключаем USB кабель Lightning. USB в ПК. Переходим, внизу высветится такая ячейка. Install Alt Store iPhone Andre. Apple ID нужно ввести. Установка Alt Store на iPhone Andre. Alt Store установился. Запускаем на iPhone. Нам пишет, не удается проверить программу. Окончание требуется сетевое подключение. Давайте перейдем. Да.
Включаем Wi-Fi. Alt Store. Требуется сетевое подключение. Недоступно. Настройки. Основные. Разрешить. Переходим в Safari. Внимательно проверьте, чтобы была ссылка указана ank0ver.dev.dev. Перейти. Далее пишет, можно установить с 11 iOS до 14.3. Download. Open in Alt Store. Открыть. Идет установка My Apps. Ввести iCloud. Не бойтесь вводить, ничего не будет. Программа установится в Alt Store. Это просто такая проверка, чтобы iCloud был. Я уже так делал, ничего не происходит, ваш телефон никто не взломает. My Apps. Uncover. 7 дней. Все, программы все установлены. Главная программа это Uncover. Запускаем ее. Ready to jailbreak. В настройках все стоит, как и должно быть. Отключение автообновления. Поделиться ошибкой, если будет такая же. И load tweaks. Установка CD и различных твиков для нее. Jailbreak. Рекламу отключаем. Jailbreak установлен, нужно перезагрузить для готовности взлома. На данный момент у меня iPhone 7 Plus. Не установлен jailbreak. Можно уже и отключить Lightning. Лайфовские установки. Это оператор, он постоянно появляется. Jailbreak. Второй раз пробуем. Нужно пробовать так раз 5, может оно до 7 может. Потом отпускаться. Перезагружаться. Потом до 14. Авиарежим включили. Опять. Пробуйте и получится прошить. Бутстраппинг идет. Вот, получается, когда уже много текста идет, то прошивается ваш телефон. Рекламу закрыть. Jailbreak готов. Ок. Кирпич не получится. Сколько я пытался. Это смотрите, вот iPhone 7 Plusик. Jet Black. Уже быстрее гораздо установка. Все. Готово у нас получается Cydia, Uncover. Cydia запускаем и смотрим. Обновить можем нажать.
все доступные ресурсы, источники у нас, изменения установлено. Вот, это основная база. К этой базе вы можете подключить уже новую свою. Также у нас вот установлено субститут. Как понимаю, тоже можно устанавливать вик или app иконки. Share, enable, твики. Ну вот все, jailbreak установлен у нас. Alstor, Uncover, Cydia.